Друзья, тоже сейчас будем крутить. Главное, по часовой стрелке. Крутить можно, крутить нужно всем. Как здесь все красиво. Нет, хотя бы чуть-чуть, да, прикоснуться к буддизму, хотя бы попробовать, попытаться сделать это правильно. Случайно попали, мы проезжали мимо. Вообще, даже не думали, что мы сюда зайдем. Мы еще посетили музей Будды. Давай встретимся фразами честными, задержками на двоих, губительная слабость на двоих, губительная радость, мурашки, босые ноги по холодному паркету. Ребята, раз уж мы проезжаем Калмыкию, проезжаем конкретно Элисту, через Элисту, то решили еще и посетить местные достопримечательности. Здесь пойдем в старый храм, он как-то, я могу ошибаться, как он называется, но мы решили сюда заехать, я сейчас поподробнее скажу, как он называется. Выглядит, конечно, очень красиво. Вот здесь, друзья, вот такие флажки висят. И они, собственно, висят на всем пути к этому красивому храму, зданию. Хурум, как-то так он называется. Сейчас поподробнее вместе с вами посмотрим. И вон они тоже, эти флажки. Ой, смотрите, как здесь. Так, нужно сначала дойти туда. Все красиво. Ну, просто ребята крутят на все хорошее. И мы с вами, друзья, тоже сейчас будем крутить. Главное, по часовой стрелке. Крутить можно, крутить нужно всем. И мне в том числе, и вам тоже, если вы будете здесь. Опа, и смотрите, как красиво. Просто красота. Это просто красота. Причем, друзья, мы случайно попали, мы проезжали мимо. Вообще, даже не думали, что мы сюда зайдем. Мы еще посетили музей Будды. Это очень интересно. Ну вот с ребятами все, да? Вот, мы с ребятами крутим, это нужно 3 раза, это получается как совершить, не обряд, да, как это вот? 3 раза пройти, Дань, как это там ритуал. Вот написано? Ритуал совершить, да, типа вот, то есть получается совершить ритуал. Здесь все, ну, по часовой стрелке, соответственно, это тоже интересно. И мы сейчас решили, собственно, как это правильно выразиться, приобщиться и, наверное, ну, попробовать почувствовать это на себе, что это такое, да, хотя бы чуть-чуть, да, прикоснуться к буддизму, хотя бы попробовать, попытаться сделать это правильно. Вот мы сейчас совершаем обряд. Интересно.